guys. Я Брэд. И если вы любите Big Motor, Big Burgers и Big жопу своей кузины, тогда вы пришли по адресу, ведь сегодня у нас на обзоре икона Muscle Cars. Это крутейший Muscle Car, на который сегодня все повально сворачивают свои бошки. Вы все ждете крутой обзор на крутой американский Muscle Car, но его не будет. Потому что работать с этой машиной абсолютно невозможно. И если вы когда-нибудь будете владеть этой машиной, вы тоже не сможете ничего с ней сделать, потому что все, что вы будете делать, это отвечать на бесконечные вопросы окружающих. На ней нельзя ездить, ее нельзя снимать, с ней ничего нельзя делать, потому что вас везде будут окружать толпы людей, на вас будут набрасываться, они будут вас догонять, запрыгивать ваши машины на ходу, они будут вылезать из пробок, будут догонять вас на дороге. Отовсюду на вас будут сыпаться бесконечные вопросы. И вы нигде от них не скроетесь. Поэтому вместо обзора мы будем отвечать на вопросы, которые чаще всего задают люди при виде этой машины. Нет ничего печальнее зверя, запертого в клетке. Под капот этой малышки ставили 389 блок, 400 и, да, 455 блок. И, увы, под конец жизни этого автомобиля с подачи топливного кризиса под ее капотом успел появиться богомерзкий 350 блок. И нет, это не мощность лошадиных сил, как вы могли подумать, это долбанная имперская система дурацких американцев, и это обозначает всего лишь объем двигателя, то есть, переводя на нормальный язык, под капотом этого автомобиля стояли моторы 6.4, 6.6 и 7.4. И, увы, с подачи топливного кризиса появился малолитражный 5.7. Мощность этого двигателя в разное время колебалась в районе 360 лошадиных сил. Она зависела от системы питания, которую предлагали различными пакетами. В самой крутой и самой дикой своей итерации у этой машины было аж 3 карбюратора. Причем, фишка, ездила машина обычно на одном карбюраторе, остальные два просыпались, когда вы нажимали на газ. То есть это первый формат волка в овечьей шкуре. Но, естественно, 3 карбюратора под капотом — это слишком круто, от этой системы отказались и вместо нее поставили систему динамического надува. Именно для нее нужны эти самые прорези. Но это не важно, потому что с любым из моторов эта машина может делать вот так. Да, момент инерции наклоняет эту машину при перегазовках. Доподлинно неизвестно, сколько может стоить такой экземпляр, но мы собрали для вас ссылку на автору с ценами на все Muscle Car той эпохи, которые сейчас продаются в России, и вы можете получить какое-то ориентировочное представление о том, сколько может стоить такой автомобиль. Эту модель выпускали с 68 по 74 год. Ее главной отличительной особенностью является наличие эндуро-бампера. Он и круто выглядит, и при этом защищает автомобиль, потому что на самом деле он резиновый. Круче всего он, конечно же, смотрится со слепыми фарами, то есть убирающимися. Вообще, в те годы американцы были дико крутыми, и они выкатывали рестайлинг каждый год. Каждый год в машине что-то, но немножко менялось. Это модель 70-го года, и ее легче всего опознать по вот этим выштамповкам над крыльями. Мы не ошиблись. Этот вопрос, как правило, задают в самую последнюю очередь. Это отец всех маслкаров — Pontiac GTO. И да,
Можно без преувеличения сказать, что этот автомобиль придумал Джон Делориан, которого вы знаете по той машине из фильма «Назад в будущее». Джон Делориан был не только визионер, который мечтал создать идеальный спортивный автомобиль, но он еще и, как все креативные люди, был бунтарем по своей природе. И он пошел наперекор руководству компании Pontiac и в качестве дополнительного пакета увеличения мощности стал предлагать к старому, никому не нужному Pontiac LeMans клевое дополнение GTO, которое впоследствии превратило этот автомобиль в отдельную модель и в икону и прародителя целой субкультуры маслкаров. То есть ему пришло в голову засунуть в машину, в которую обычно вставляют мотор 3,5 литра, двигатель объемом 6,5 литров. И да, название GTO он спер у Ferrari, от которых фанател в то время. Если честно, эта машина даже по прямой едет хреново. Она все время мечется от одной линии разметки к другой, словно это какой-то очень дешевый адаптивный круиз-контроль. Ее все время нужно отлавливать, все время нужно подруливать. Возможно, это как-то связано с тем, что в основе этого автомобиля лонжеронная рама. Но ведь уже в 68 году на ней появился стабилизатор поперечной устойчивости, а еще чуть позже гидроусилитель. Руль этого автомобиля реально можно крутить кончиком мизинца, он супер легкий. Так или иначе, по управляемости эта машина больше всего напоминает лодку. А точнее, с учетом того, какой у нее бесконечный капот, сухогруз. Да, вы точно будете самым крутым, но, увы, далеко не самым быстрым. Как видите, эта тачка вообще никого не может дернуть. Но на ней и не хочется никого дергать. Единственное, что хочется дергать, находясь за рулем этой машины, так это свой огромный нижневальный хуй. Итак, перед вами в левом ряду уснула Toyota. Типичная проблема современного мегаполиса. Что же делать? Вы можете поморгать ей дальним. В этой машине это делать особенно приятно, потому что это делается ногой. Да проснись ты, убирайся уже! Здесь можно ехать 60! К сожалению, владельцы Toyota не смотрят в зеркала заднего вида, поэтому это не поможет. Вы можете ему побибикать. Увы, владельцы Toyota ни хрена не слышат за рулем. Единственное, что сможет согнать его с дороги, это локальное землетрясение. И мне есть чем его вызвать. Крузак, убирайся нафиг! Четырехлитровым может быть только сок! Очень дешевая и очень мощная машина. Казалось бы, она рождена для того, чтобы шнырять по рядам. Но за счет чего такая мощная машина получилась такой дешевой? Американцы сэкономили на правом зеркале, так что нет. Эта тачка в современном мире не пригодна для того, чтобы шнырять по рядам. Что ж, у этой машины есть резиновый бампер, который способен пробить бетонное ограждение. Раньше замок зажигания был слева, потому что это тачка для Лимана, но его перенесли на рулевую колонку, потому что они сделали безопасную рулевую колонку. И здесь есть какой-никакой ремень безопасности. Но, к сожалению, мы имеем тонюсенькие стойки, которые можно перекусить зубами. И, к сожалению, все, что можно сказать про эти тормоза,
они присутствуют. Так что нет, это небезопасная машина. Ты только представь себе, три колеса и выходишь через капот. Охренеть. А какие еще машины у них там в Европе? Вообще это довольно странно, потому что у них очень узкие улицы и ужасно высокие цены на бензин. Поэтому самой популярной тачкой в Европе является немецкий хэтчбэк с мотором 1,5 литра. А хотя бы до 40 миль в час-то может разогнаться? Я не знаю, чувак, у них там нет миль. Нет миль? Это как? У них в городе ограничение не 40 миль в час? Слушай, чувак, у них там метрическая система, им вот эти вот 40 миль в час вообще ни о чем не скажут. У них ограничение 60 километров в час. Километров. Фу. Но ты знаешь, что реально прикольно в Европе? У них есть все то же самое, что есть у нас, но вот то, что у них... Оно немножечко другое. Например? Ну вот, например, у всех тачек в Европе есть правое зеркало. А еще, у них есть тачки, у которых двигатель в багажнике. В багажнике? Господи, что за хрень? Кому это вообще в голову могло прийти? Я реально видел эти тачки, чувак, эти европейцы просто отбитые на всю голову. К сожалению, в современном мире едва ли найдется девчонка, способная оценить изящество классических форм. Поэтому единственные люди, которых можно привлечь этой тачкой, это потные, волосатые мужики. Покажу, друзья. Ну и некоторые дети. Девушка, хочешь? Как тут мягко. Я пыталась быть грациозной. Очень грациозной. Но я... Нас снимают, это правда. Фоткают. Они просто все респект отдают, они просто снимают, стоят, офигеть. Постой. Я говорю, мы в правильное место приехали. Ну что, ребят, здесь у нас должна была быть очень крутая погоня с BMW и охрененные эпичные кадры с дрона, но вот это старый автомобиль, а у нас все-таки реальное шоу. Попробуем завести ее еще разок. Продолжается! Съемки продолжаются! Вовка ее спас! Нет, она все-таки не хочет ехать. Но это все равно самое крутое дерьмо, которое было у нас в руках.
Это потрясающая, феноменальная, чрезмерная, избыточная машина. Она просто охрененна во всем.